В столице Чили новые беспорядки после акции в памяти журналистки, которая погибла, освещая столкновение в ходе первомайской демонстрации. 30-летняя Франциска Сандоваль работала на одном из городских телеканалов. 1 мая в ходе шествия вспыхнули потасовки между манифестантами и уличными торговцами. В результате кто-то из продавцов открыл стрельбу по манифестантам. Тяжелые ранения получили 3 человека, в том числе журналистка. Дело происходило в районе, где в последние годы усилилось присутствие мафии. Организованные криминальные группы контролируют там и уличную торговлю в том числе. Поэтому гибель Франциски Сандоваль вызвала антиправительственные протесты. Манифестанты требуют от руководства страны обратить пристальное внимание на тяжелое положение в сфере общественной безопасности.